Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Муж Дианы Гурской рассказал неожиданную правду о семейной жизни с певицей. Популярная певица Диана Гурская на днях отметила 35-летие. Юбилей исполнительница отметила в эфире программы «Пусть говорят». В студии собрались друзья и родственники звезды. Муж, адвокат Петр Кучеренко, рассказал неожиданную правду о семейной жизни с певицей. Диана кажется хрупкой и беззащитной. На самом деле это не так. Гурцкая – кремень. У нее взрывной грузинский характер. Она очень ревнивая и частенько устраивает мужу сцены ревности. Петр признался, что самый сложный период в их отношениях был сразу после рождения сына. Мужчина оказался не готов к таким переменам. Он не понимал, зачем им вообще нужен был плачущий ребенок, требующий много внимания и терпения. Со временем отцовские чувства проснулись. Более того, Кучеренко хочет еще детей. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, чтобы всегда быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса и политики. Спасибо за просмотр.